Доброго времени суток, друзья! Рад вас всех приветствовать! Сегодня подборка разделочных ножей. К вашему вниманию, два боровика и промысловый. Ножи выполнены в идентичном исполнении по материалам. Естественно, разница здесь в клинках, в размерах, в формах, соответственно, в геометриях. Ну, давайте смотреть, как говорится, все по порядку. Итак, начнем с первого боровика. Клинки на ножах выполнены из стали, хром 12, молибден ванадий. Сталь производства КНР, аналог D2, 62 единицы термообработка. Очень достойная железка по своим рабочим характеристикам. И опять же, дядьки, это не мои слова, это слова владельцев. Стоимость, качество и как она работает, это вот вообще очень-очень отличный вариант для охотничьего ножа. Но это правда. Спуски клинков 2/3, как я говорю, оптимальный вариант на разделку. Долы присутствуют. Ну и, соответственно, и финиш на клинках, то есть они были отполированы. Далее идет травление и последующая галтовка. По-модному это называется Black Wash. Ну, а я буду называть по старинке. Травление с галтовкой. Рукоятки. Вот это новая форма. Помните, я уже показывал, да? К владельцам уже такие ножи приехали с новыми рукоятками. Рукоять, как говорится, зашла. Ну, кто попробует, расскажите, как будет себя вести. Наше классическое исполнение. Черная игра, акриловый композит на вставке и латунь с G10 Bolster. Пропитка, даниш, все как обычно. Темлячок, бусинка, все присутствует с каждым ножом. Размеры первого боровика. 253 общая длина, клинок на 130, 29 ширина, 3,2 обух. Первый красавчик есть. Второй боровик, друзья, все аналогичное абсолютно, то есть по спускам, по геометрии. Единственное, здесь разница, здесь дулька, здесь пятка. А так все абсолютно то же самое. По размеру этого ножа общая длина 255, клинок 132, ширина уже чуть побольше 30, обух также 3,2. Второй красавчик есть. Ну и третий, самый габаритный в этой подборке, таежный. Это вот кто предпочитает, так сказать, клиночки помассивнее. Большим я бы его, конечно, не назвал разделочным ножом. Вот среднеразмерный. В принципе, это среднеразмерный. Но вот этот чуть погабаритнее. То есть также спуски 2/3, долы. Ну и, соответственно, травление с галтовкой. 270. Общая длина этого ножа. Клинок на 147, ширина 32. И обух здесь 3,2. И такие дела. Любой нож, друзья, по стоимости 4200 рублей. Вот ролик вышел, на момент публикации все три ножа будут в наличии. То есть, напомню, два боровика и промысловый. Смотрите, кому какой понравится. Ножны, кожа, все как обычно будут в комплекте. Тиснение, два подвеса и вентиляционное отверстие. Сидят в ножнах плотно, друзья, сразу говорю. Но со временем немножко они все равно раздадутся. Вот так будут в ножнах у вас выглядеть. Пожалуйста.